фотоаппарат, он все отлично снимает. Ну и все распространено здесь, блин. Они, блин, почему они? Экономика у них охерительная. Видишь, все делают. Блин. Нет, и у нас же были эти ракеты всякие. У нас и катера когда-то были. На самом деле, это вот там турбина стоит, которая воду прокачивает, как по принципу ТР. Струи воды. Все равно катера когда-то делали. Все у нас делают. У нас только все для военных делают. Чем мы хрен? Так вон они как катают. Ну да, с лодок. Ну, так же, как в Сочи, то же самое. Там вообще не страшно, вон двоих подвезли, там хоть троих, пятерых можно. Ну, у тебя, наверное, плохо получится, ну, на фотоаппарат. Вот этому Татьянке не даст. На палубу выйти. Ну, пусть. Вон они там в креслах белых сидят. Да нет, смотри, нормально, сразу снимает. Да ты как сфокусируется. Ну, нет, такое. Ну, два раза как подольше, чем на берег Волги. Я же в том году заплатил, чтобы мне на кате прокатить вокруг. Там 500 рублей и все. Там катер такой тоже нормальный был. Морской. Но небольшой. Прикинь, когда тебе одного в катере. Блин, смотри, они вот видишь, они ходят, блин. Через каждые 5 минут, грубо говоря. Так они, да. Тут народ... А у нас пока дождешься, охренеешь. Ну, сдохнешь там. Вот, чего хрен. Сейчас вот мы из этой бухты выйдем. Слушай, а вон и на квадроциклах тут катают. Вон, пожалуйста. Только где-то на пляже. Сейчас посмотрим там, ближе туда. Все у них есть. На острове, точно на острове. Вот он остров и показывает как раз. У нас, наверное, на фуникулёре бор дольше, наверное, чем на этом катере. Блин, класс, смотри. Вал нам качает. Сейчас как выйдет, как топит там. Там вообще будет прикольно. Будем скакать. Вот, смотри, вот отсюда ты видишь, как можно. Мы еще обратно поплывем. Я сначала с этого борта снимаю, потом снимаю. Там видео, да, что снимаешь? Ну, да. Нет, попробуйте. Ну, это хрен, блядь. Говно получится. Фигня какая-то. Так-то вот со второго этажа вообще шикарно. Да вон рыбалка вам, пожалуйста. Закат. Блин, рассветно. Когда обратно плывем, вид какой. В общем, на то же самое место садимся, а лучше наверх. Во-первых, это катамаран. Он просто так не тонет.
тоже катамараны. Я помню, когда вот маленькие были, проходы как катамараны. Все было. Простой бы катамаран взять, попробовать, если ездить. Так поплавать по морю. Как мы вон в Крыму, блин, брали. И до Нового Света из Судака плыли. Час где-то, полтора. Там сейчас катамаран другие, на них сразу горка детская есть. Ну вот, у нас тоже такая же фигня была. С горкой. Там копейки стоило, но сейчас, наверное, уже не копейки. Сейчас. Шезлонг, вот где я отдыхал, там 2000. Копейки платили. Шезлонг 2000. В Крыму, вот говорю, мы копейки платили, когда хохлянь не было. Сейчас, конечно, уже понятно, все. Все закончилось. Халява закончилась, как говорится.